универсальное предложение дня. Бусы шафрановые грезы. Это солнечный янтарь, это камень императоров и царей. Удивительно красивый, он целебный. И до сих пор по всему миру он находится в ранге дорогих и желаемых камней. Сегодня нам об этом камне расскажет подробно эксперт телеканала Шопен Шоу, гемолог, человек, который понимает все в драгоценных камнях и также в янтаре, Олеся Трофимова. Олеся, привет! Здравствуйте, здравствуйте, Наталья, здравствуйте, наши драгоценные, любимые телезрительницы. Мы сегодня для вас приготовили частичку солнца в этот зимний пасмурный вью, заснеженный такой день. Сегодня у нас такой снегопад в Москве. Посмотрите, три оттенка мы вам сегодня предлагаем бусов шафрановые грезы. Это медовый, это светлый коньяк и темный коньяк. Три вот таких классических, красивых, вкусных оттенка. Бусы шафрановые грезы уникальные. Они с натуральным, драгоценным, реконструированным янтарем крупным, который вас оздоравливает. Конечно же, это украшение изготовлено в уникальном стиле, который сейчас очень популярен. Этот стиль называется бохо-шик, который имеет такие этнические мотивы. Это крупность, это яркость, это обязательно натуральность камней. То есть это украшение прекрасно впишется в любой ваш образ. Ну и, конечно же, удобный замок этого украшения. Да? Не забываем, что это изделие полностью изготовлено, это ручная работа. Работа, а значит, это повышенная такая ценность, да, ювелирная работа, каждую бусину собрали вручную, и замок, он скрытый, его абсолютно не видно, потому что винтовой замок наш находится внутри крупных таких красивых янтарных бус. И все это, вот все, что ты сейчас перечислила, идет по уникальной цене, цена только сегодня, три цвета, медовый, темный коньяк и светлый коньяк, размеры 45, 50 и 55. И самое главное, что на все эти размеры единая цена, она не растет, 999. Ну что ж, а также у нас есть подарок. Кстати говоря, при покупке наших бус и любого другого лота вы получаете вот эту замечательную цепочку, якорную цепочку в подарок. Вы знаете, когда последний раз 9 декабря эти наши шафрановые грезы, наши бусы были в эфире, они произвели фурор. Было продано более 15 тысяч изделий. Конечно, это очень красиво, но я всегда, знаешь, раньше мне казалось, что бусы носят как-то только вот взрослые тетеньки, скажем так. А сейчас я совершенно по-другому смотрю на это и понимаю, что это изделие подойдет на любой абсолютно возраст. Просто зависит от того, как оно выполнено, да? И я вот вспоминаю, глядя на вот эти вот красивые украшения, вспоминаю историю, когда мне на гастролях, я приезжала в Калининград Прибалтийский, и мне подарили в таком красивом бархатном мешочке, подарили вот большой такой, ну, знаешь, вот приблизительно размером с яйцо. И самородок такой, да? Да, но я не понимала, я подумала, что это какая-то пластмассовая непонятная какая-то штучка, зачем мне ее подарили, тем более внутри сидел жук, вот, и, ну, я тогда не оценила, и вообще, хотелось бы тебе задать этот вопрос, насколько это ценно, если вот как раз внутри вот изделия находится какой-то микроорганизм. Какое-то включение, да, такое, да. Флоры и фауны. Посмотрите, эти украшения, это что такое янтарь? Это окаменевшая смола реликтовых растений. Значит, действительно, в ней застывали не только частички растений, как мы сейчас видим, но и насекомых. И, кстати, вот такие уникальные слитки, за ними вообще охотятся все коллекционеры, так что срочно найдите, давайте все вместе посмотрим. Да. И просто подойдите. Никто не рассказал, а ведь такие уникальные самородки, они входят в первую группу, но обязательно есть условие, что не меньше килограмма и включение флоры и фауны не менее сантиметра. И могу сказать, что вот такие бусы, мы сейчас посмотрим, да, вообще украшения из янтаря, они очень дорого стоят везде и на Западе, потому что 90% янтаря добывается в России. Посмотрите, средняя цена в интернет-магазинах за браслет, да, около 7,5 тысяч. Да, да, да.
А многие украшения, которые совершенно вот, да, миниатюрные. Абсолютно невзрачное колечко, да, 12 тысяч. Ну и вот смотрите, какой массивный браслет. Кстати, у нас тоже похожий, массивный, да. Хороший, похожий, но цены настолько разные, потому что, ну, 60 тысяч – это немыслимая цена. Вот смотри, вот я вижу, у нас на столе есть янтарь, да? Вот есть, например, необработанный, вот совсем там есть вот такой вот, ну, прям темный, совсем неинтересный, да? И думаешь, ну, что хорошего в этом камне? А вот как это все приходит в состояние красоты и в состояние желаемости это приобрести? Ну, во-первых, для того, чтобы обработать янтарь, для того, чтобы сделать отверстие в каждой вот такой бусине, посмотрите, ведь они затем нанизаны у нас на специальную ювелирную нить. Эти камни обязательно помещают в масляную жидкость, для того, чтобы янтарь не рассыхался, для того, чтобы он не рассыпался, когда будут просверливать. Это такой сложный технологический процесс, поэтому необработанные камни, так же, как и необработанные алмазы, они выглядят не очень-то презентабельно, и только после работы мастеров-ювелиров вот такую мы видим гладкость. Это камни такую в огранке кабошон. Да. И представляешь, и вы получаете, как говорится, бусы, просто невероятная красивая ювелирная работа, шафрановые грезы по цене 999 рублей. Цена только сегодня. А цена не растет в зависимости от того, насколько будет длинная ваша цепочка. Скажи мне, пожалуйста, дорогая, что это за дизайн такой? И под какой образ может подойти, подо что было бы лучше носить такое колье? Вот такой стиль называется боха, боха-шик. Это стиль этнический, это стиль, который пришел к нам из Франции, 15-16 века, когда вот такие кочевники-торговцы надевали украшения с крупными натуральными камнями. Первое, это обязательно должны быть натуральные камни. Смотрите, с чем сочетается... с деловым образом, да, да, прекрасно, да. Вот такой наш сет, шафрановые грезы, с повседневным образом, блузка, юбка, это всевозможные платья, футляры, ну и, конечно же, вечерний образ также прекрасно гармонирует с натуральными бусами шафрановые грезы. И вот только сегодня специальное предложение дня, главное успеть, цена только сегодня 999.